Иркутск — это первый город, который вступил в ассоциацию обучающихся городов. Приезжает делегация Корейской ассоциации образования на протяжении всей жизни. Мы в Витебске, обучающемся городе, встречаем эту делегацию, чтобы поделиться нашим опытом развития образования на протяжении всей жизни. Нам посчастливилось принять вот такую большую делегацию из Южной Кореи, которая в своем составе 34 делегата, из них 5 мэров из различных городов Южной Кореи. И на сегодняшний день в Южной Корее они передают свой опыт всему миру, как через обучающиеся города можно развивать общество, можно продвигать новые технологии. Витебск мы на пути к этому, и поэтому сегодня мы будем обмениваться, что сделал Витебск, и также корейская делегация будет рассказывать о своем опыте. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.